И снова доброе утро, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами снова Михаил. Постепенно к нам начинает приходить новая коллекция. Сегодня решил отснять для вас новые скетчерсы. Вот такие вот пушечки. Размер взял 10,5, артикул 27-73-33, код цвета черный. Верх у них выполнен из 48% натуральной кожи, 44% синтетической, 8% текстиля. Стоят они 8000 рублей, данная модель. Это новые скетчи, ребят, пришли вот буквально вчера. Вот такие вот пушечки. Конкретно пришло 4 артикула, может быть больше, надо смотреть на складе, но я все вам покажу. Давайте их рассмотрим. Довольно-таки широкие, что заметно, сразу на широкую колодку рассчитаны, на высокий подъем. Используется натуральная кожа плюс синтетическая кожа, а также водотакущая пропитка ткани. В данной модели используется технология Edge Fit, это супинатор, высокий подъем, а также подметка Goodyear, как вы можете видеть. Довольно-таки износостойкая, выполнена по типу автомобильного протектора, что хочу заметить. Тут даже имеются небольшие вот такие вот резиновые усики. Наверное, это сделано по аналогии с автомобилем, друзья, судя по всему. Ну, то есть, видите, да, вот они, вот эти усики. Непонятно для чего они, может быть, кто-то знает. Но мне кажется, это просто для красоты, типа... автомобильная резина, вот вам и автомобильные усики, кроссовки с усиками. Вот такие вот пушечки. Это реально, ребят, большие американские кроссовки. Кто любит вот такой стиль, немножко монструозные обуви, довольно таки больших. По бокам здесь используются пластиковые вставки. Кстати, что хорошо, сами люверсы, они резиновые, обрезиненные. Соответственно, рваться они не будут. Пластик довольно-таки крепкий, хочу заметить. Подкладка здесь текстильная. А также я хотел бы показать отдельно вам стильку данной модели. Стилечка здесь высокая, из плотного пеноматериала, друзья. Вот такими вот отверстиями, которые гарантируют вентиляцию стопе. А также вот он, супинатор Arch Fit. Он довольно-таки мягкий. И стилька довольно-таки мягкая, Aircooled Arch Fit. Сзади имеется петелька для одевания. И логотип Skechers Outdoor, резиновый приклеен. Сзади, кстати, задник тоже довольно-таки плотный. Тоже пластиковая часть, усиленный задник. Данная модель позиционируется как спортивный стиль, городская модель. Так, категория просто путешествия. Походы, ну, для походов, конечно, не особо она подойдет, а вот как бы просто по городу ходить вполне в самый раз. Верх закрыт, это осенне-весенняя модель, друзья. Весна-осень получается 2022, новинка. Давайте их померим и посмотрим, как они будут смотреться на ноге. Заодно расскажу вам о своих ощущениях. Ну что, друзья, сами все видели, как они смотрятся на ногах. Теперь давайте по ощущениям.
Ребят, я скажу так, это довольно-таки нелегкие кроссовки. Я бы так сказал, они даже тяжеловаты. По весовой категории рассчитаны на людей до 120 килограмм реально. Если у вас огромный вес, вот, то эта модель подойдет вам прям 100 пудов. И самое главное, она вам долго проживет. Потому что подметка Goodyear — это, ребят, качество. Давайте посмотрим на качество проклейки. Качество проклейки нормально. Хорошо, друзья, на высшем уровне, я бы сказал. По поводу вентиляции, ну, не почувствовалось, честно, ребята, она здесь отсутствует. Вентиляция здесь никакая, вот, поэтому это больше модель такая чисто для улицы, на прохладное время года. По поводу амортизации, амортизация хорошая, друзья, особенно на пятку. Стиль Карчфит отрабатывает на все 100%. Плюс чувствуется мягкий супинатор. Ноге комфортно, удобно, модель широкая. Из плюсов я хотел бы заметить, что она широкая, рассчитана на широкую колодку. Для людей с лишним весом, для тяжеловесов от 120 и выше килограмм, да, там. То есть для таких людей, кто хочет приобрести такую довольно-таки добротные кроссовки для долгих прогулок, ну, либо кто работает пешим курьером, тоже в самый раз подойдут. В этом плане, ребята, кроссы отличные. Стоит своих денег. Ссылочку на покупку я обязательно приложу в описании, если, конечно же, они появятся на сайте. Дело в том, что модель новая, и, возможно, их еще нету в базе. Но как только появится, ссылку вы увидите ниже. Все, друзья, на этом буду заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно пишите комментарии, чтобы не пропустить новых обзоров. С вами был Михаил. Всем пока-пока.